Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих четырех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен и Нум, площадка от МТС. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео Ютуб не пропускает. Поэтому все видео загружаются на мой Дзен канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходите на Дзен и смотрите, собственно, на нем. И также буду очень-очень сильно благодарен, если вы авторизуетесь на Дзене. Там довольно-таки просто это сделать, либо ВКонтакте, либо аккаунт Яндекса. Так вы поддержите мой канал втройне, в четверне, намного больше. Поэтому обязательно логиньтесь, заходите в аккаунт на Дзене и смотрите мои ролики. Перед началом данного видеоматериала я бы вам хотел рассказать о том, что на данный момент в группе ВКонтакте мы проводим просто жирнейший конкурс в истории канала. Очень-очень жирненький конкурс. Спасибо большое спонсору за спонсорство данного конкурса. Разыгрываем мы вот такие вот замечательные ключики на игры в Стиме. Активация в Стиме. Первое место у нас Detroit Become Human. Стань человеком. Думаю, знаете эту популярную игрушку. Сам хочу очень сильно пройти ее. Второе место Black Book. Вроде как от российского разработчика. Третье место Rising Storm Вьетнам. Собственно, ссылка на мою группу ВКонтакте находится в описании под этим роликом. Народу у нас участвует мало. Помимо ключей разыгрываем еще скины на CS2. По мере роста канала и материальной поддержки мы будем разыгрывать, в принципе, больше призов, больше чего-то еще. Например, чего вы хотите, к примеру. Возможно такое. Поэтому переходите, если интересно, участвуйте. Всем я желаю удачки и всем приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик, судя по всему, на новиночку, а именно Royal Cola, довольно-таки с интересным названием. Вишневая сангрия. Сангрия, я не знаю, что это такое. Давайте мы с вами загуглим. Сангрия — это испанский напиток. Испанский среднеалкогольный напиток на основе вина, чаще красного, с добавлением кусочков фруктов, ягод, сахара, газированной воды и так далее. То есть получается, это испанский напиток, сангрия. Окей, базара нет. Вкус довольно-таки необычный. Такого я еще не встречал. В целом, Royal Cola, они сделали редизайн и начали прям так штамповать. У них и со вкусом мохито выходила кола, довольно-таки прикольная, кстати. На канале был обзор, если интересно, смотрите. Давайте, в принципе, даже покажу вам. Вдруг будет кому-то интересно, потому что напитки, судя по всему, вышли реально недавно. Royal Cola мохито. Вот этот ролик. Превьюшка, название, если будет интересно, заценивайте. Ролик есть на моем Дзен-канале, на Ютубе не помню. Ссылка на мой Дзен-канал есть в описании под этим роликом. Если интересно, заценивайте. Не забывайте логиниться через ВК или Яндекс. Очень сильно так меня поддержите. Заранее спасибо. В целом, если интересен мой контент, переходите на мой Дзен-канал. Повторюсь, ссылка в описании. Логиниться не забываем. Там для вас плюшечки. Выгодные, так скажем. Ролики выходят намного быстрее, чем на Ютубе. Есть ролики, которые я 2-3 года назад снимал. Они на моем Дзен-канале вышли уже давно. На Ютубе до сих пор еще не вышли. Вот так вот. Ролики в лучшем качестве и удобные плейлисты. Покупал эту колу я в Магните. Чисто так случайно зашел. Вообще искал русскую картошку новую. Наткнулся на колу. Так еще и там черноголовка тоже новая была. Судя по всему, хер его знает. И, короче, решил купить. По стоимости, я не знаю, 60 рублей. 7 стоит где-то так. Объем 1 литр. Энергетик. Энергетик, говорю. Привык уже. Напиток. Холодный. Лежал в холодильнике часов 6-7. Где-то так.
Так. Со вкусом и ароматом вишни и апельсина, кстати, тут написано. Собственно, давайте открывать и пить. unitedbrew.com сайт, судя по всему. Так, чувствую запах вишни. И чувствую запах еще какого-то напитка. Блин, литруха удобная тема. Взял в руку, налил. Напиток слабо газированный. Вкус вишни 100%. И вкус еще чего-то. Чего-то непонятного. Пока что, наверное. Ну, скорее всего, реально апельсин. Не могу понять. Без понятия. Не могу понять, апельсин или не апельсин. Хер его знает. Что-то похожее на цитрусовое есть. Так, продолжаем. Вот есть какая-то нотка. Вот энергетики я с таким вкусом пил. Есть какая-то такая ноточка. Блин, энергетик. Аперолем, что ли? Вот что-то такое похожее есть. Плюс-минус такой вкус похожий. Или наоборот какой-то. Блин, с каким-то алкогольным напитком тоже. Апероль, не апероль. Вот тут, в принципе, вкус вишни и вот как раз вот этого алкогольного напитка прям чувствуется. Я по алкогольным напиткам не шарю, я не пью. Осуждаю, не одобряю такую тему. Поэтому нотку цитруса я какую-то такую чувствую. Цитрусовую нотку. Поэтому, скорее всего, это и есть этот испанский напиток с апельсином, который. В принципе, такое что-то необычное есть в этом. 100%. Респект Royal Colli. В целом, за этим брендом в последнее время очень часто начинаю следить, потому что они начинают двигаться, суетиться, что-то делать, что-то придумывать, кстати говоря, да? Потому что колу с мохито кто придумывал? Ну, я лично на своем опыте такого не помню, либо не находил, либо не замечал. Но вот в магазинах в последнее время появилось, решил купить, попробовать, в принципе, прикольно. И вот тут вишневая сангрия тоже появилась. А то, что обычно всегда было по дефолту скопировать с американского бренда Coca-Cola, что там, вишневую колу, что там еще, ванильная кола, и, в принципе, все, зеро. Все, мы гении. Ничего придумывать нового не надо. А тут молодцы, придумали что-то новое, красавчики. Royal Cola же есть. А, подожди, так. unitedbrew.com. Это зарубежный сайт, получается, не российский. Бренд, опять же, не знаю, кому принадлежит, российской компании или нет, хер его знает. О, кофеин даже есть. Менее 150 миллиграмм на литр, нихера. Я что-то про кофеин вообще забыл. В коле же он присутствует. Чего? Ват? Углеводы 0 граммов, то бишь сахара. Чё? Реально? Я-то думаю, чувствуется какая-то такая хрень. Вроде поначалу сладкий напиток, а потом какое-то приглушение сахара идет. Вот оно чё. Хотел об этом сказать, но забыл.
Но все равно напиток он такой сладенький. Судя по всему, подсластитель используется. Опять же, это плохо, кстати говоря, для организма. В зависимости от подсластителя, который используется. Так, ну чё, в принципе, оценочку я ставлю однозначно 5 из 5. Тут даже больше не за вкус, а больше за этот. Ну, как сказать? За... Блин, не, хрень сказал. Перезаписываем. Хотел больше про название сказать, хотя, по сути дела, это вкус тоже здесь есть новый. То есть, получается, я хотел именно респектануть этой компании за то, что она сделала новинку именно. В плане нового вкуса для Кока-Колы. Совмещение Кока-Колы с новым вкусом. Тупанул немножко. 6 утра, уже мозг все. Выключается. Оценочка однозначно 5 из 5 данному напитку. На этом все. Респект, красавцы. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.